В прошлом году мы подвели итоги конкурса в непростых пандемийных ограничениях. Но на площадке ТАСС, я думаю, мы много компенсировали в информационном плане эти ограничения. И, конечно же, очень важно было сделать именно такую площадку в этот год с тем, чтобы наших изобретателей, наших победителей увидели в стране. Зою Морозову из Республики Коми сделал выдающееся изобретение, позволяющее защитить ни много ни мало, а нефтегазопроводы от коррозийных повреждений. Это не каждый изобретатель получает такую площадку, не каждый изобретатель получает такую рекламу, как мы сделали это в ходе прошлогоднего конкурса. В этом году мы модифицировали наши номинации и, конечно, одно из основных направлений это будет digital и цифровое проектирование. Для нас важно, чтобы наши изобретатели откликнулись на возможности использования искусственного интеллекта, нейросетей, больших данных и иных современных инструментов решения насущных проблем. Вообще, где конкурс стал более связан с нашими приоритетами, приоритетами всего ведомства и всей страны. И в нашей номинации будут еще направления «Яркие образы России», «Новые прочтения известных символов и традиционных промыслов региона». Совет Федерации, например, очень много уделяет внимания региональным брендам. И думаю, что молодежь, участвуя в конкурсе, будет хорошим помощником наших сенаторов и других специалистов, кто над этими вопросами работает. Конечно, очень важно формировать профессиональные компетенции в сфере интеллектуальной собственности в разных целевых и возрастных группах. Поэтому образовательная модель, которая будет предложена в рамках конкурса, даст нам тоже такие большие возможности. И, конечно же, важно подчеркнуть вновь направленность на реализацию, на коммерциализацию получаемых результатов интеллектуальной деятельности. И мы думаем, что через стартапы и развитие собственного бренда, то направление, которое в нашей номинации тоже есть, мы поддержим тех наших изобретателей, тех наших предпринимателей, которые создадут нужные стране продукты. Мы поможем им также в патентовании за рубежом их изобретения, если в этом будет необходимость. Это номинация, которая позволит нам поддержать целый ряд людей для выхода на мировые рынки. Спасибо.